Представляем домик Monte от российского производителя Pushok. Домик Monte – это высокая модель, сделанная из ковролина и сизаля, которая станет удобным и практичным решением для вашего домашнего питомца. В основании данной модели находится площадка, на которой располагается треугольный домик на трех ножках. Основание конструкции может изготавливаться из ДСП или сосны. Вся конструкция домика очень устойчива, а все соединения осуществляются при помощи оцинкованных болтов и гаек. Начнем сборку. К площадке с уже установленным седлом с нижней стороны прикручиваем короткие столбики. Из столбиков выкручиваем крепежные болты. Совместив отверстия в столбиках и на крыше домика, устанавливаем полку и закрепляем ее при помощи болтов. Затем в дно домика вкручиваем три ковролиновых столбика. Из столбиков выкручиваем болты. Берем большой сизалевый столбик и пропускаем шпильку на нем в отверстие в площадке с седлом. Выкручиваем из столбика крепежный болт. Совмещаем все отверстия на основании когтеточки и прикрепляем его болтами к столбикам. На шпильку большого столбика накручиваем средний сизалевый столбик. К основанию лежанки прикручиваем крючок для игрового мячика. Накручиваем лежанку на столбик и подвешиваем мячик.
Материал отделки столбика и расцветку ковролина вы можете выбрать на свой вкус на нашем сайте. Далее приводим основные характеристики домика Монти от российского производителя Пушок. Надеемся, наш видеоролик был вам полезен. Спасибо, что были с нами. Следите за новостями на нашем сайте и на YouTube-канале.